Всем привет! Хочу рассказать немножко о самоделках. В принципе, оснастка. Больше, наверное, про оснастку. Вот мне надо регулярно делать вот такие втулочки для точечной сварки. Эти втулочки стоят держатели. Вот. Значит, нужно, чтобы отверстия были всегда на одном расстоянии. Ну, то есть, чтобы они были соосны. И одинаковое расстояние. Значит, раньше как я делал? Брал каждую тулочку, размечал с этим циркулем. Наглючек. Вот, то есть брал, размечал, отметки ставил. Вот каждый раз, значит, кернил, зажимал в тисках, отмечал линию, кернил места сверления. Ну, собственно говоря, это занимало какое-то время, необходимость была долго, в общем. В итоге я придумал вот такую оснастку. Значит, это тиски на полозьях ездят, то есть я выставляю центр, вот, выставил такой держатель, то есть как бы стандартный зажим, да, то есть вот зажал, это уже просверленное, и вот фиксатор поставил. Вот у меня один размер, ну сейчас они немножко сбились, потому что я переделал, вот другой размер. Вот, то есть, все, просверлил, изделие готово. Но тут опять возникла ситуация, когда начинаешь сверлить, центр с трубочки без керна начинал куда-нибудь уезжать, поэтому немножко тоже плавал размер. Так, поддон подложил, чтобы стружка не разлеталась. В итоге я напечатал вот такую вещь. Вот такая оправка. Сюда вставляется трубка. Называется она по-правильному, по-моему, кондуктор. Вот, то есть здесь у нас внутри вставлены две гаечки. То есть получается 3,3. Ну, совсем незначительный люфт. То есть ставили в тиски, подъехали. Сейчас я тут перестраивал чуть-чуть. Вот, то есть вот вставил, зажал, подъехал, просверлил. Ну, то есть вот, собственно говоря, вот такая полезная штука. Давайте сейчас продемонстрирую. Вставил. Зажал, то есть у нас получается кондуктор. У нас получились, вот так видно, соосные. То есть если есть какой-то разбег, то он совершенно незначителен, и расстояние всегда у нас одинаковое. То есть во всяком случае точность изготовления этой втулки на порядок выше, чем это делалось вручную даже с керном, и скорость. Вот такая вот полезная самоделка, такая вот полезная направляющая с помощью 3D-печати. То есть это ПЛА пластик, кстати, это первый мой опыт печати ПЛА. Вот он немножко такой поплывший, это видимо из-за того, что температура печати на столе была высокая. Вот уже, кстати, следующее, это для трубочки 10 мм уже. То здесь уже качество немножко получше. Поигрался с параметрами. Тоже точно так же зажимается. Надо будет только стул немножко переставить, чтобы центр попадал. Передвинуть. Ну вот, собственно говоря, на этом все. Всем спасибо. Пока-пока.